7 счастливых женских имен. Они приносят удачу и хорошую судьбу. Мы назвали женские имена, которые приносят удачу своим обладательницам. Такие женщины счастливее других, и им чаще везет по жизни, даже если сами они этого не замечают. Виктория, Дарья, Вероника, София, Татьяна, Александра, Маргарита, Виктория. Перечисляя счастливые женские имена, невозможно не вспомнить Викторию, ведь это имя означает победа. Такое значение вполне ему соответствует. Вика наделена сильным характером и несокрушимой волей. Это помогает ей достигать любых целей и не сомневаться в своем успехе. Счастье Виктории – это полностью ее заслуга. Дарья. Дарья и Дарина – еще одни женские имена, которые приносят счастье. Женщины с этим именам заботливые, добрые, отзывчивые. Близкие отвечают им взаимностью, поэтому Дарья не чувствует себя одинокой. При своем мягком характере эта женщина не терпит плохого отношения, что также важно для счастья. Вероника, приносящая победу, такое значение этого имени. Оно имеет мощную позитивную энергетику. Веронике предначертано судьбой быть счастливой. Беды будто обходят их стороной, а преграды исчезают сами по себе. Некоторые проблемы Вероника не считает таковыми из-за позитивного взгляда на жизнь. София. Имя София из древнегреческого означает мудрость, что отлично ей подходит. Возможно, она не достигнет сказочного богатства или всемирной известности, но у нее есть важные качества для счастья – рассудительность, живой ум и жизненная мудрость. Благодаря этим чертам София может достигнуть настоящего людского счастья, не основанного на деньгах и брендовых вещах. Татьяна. Удивительное везение и необъяснимый успех постоянно липнут к Татьяне. Часто ей удается выпутаться из проблем, которые кажутся неразрешимыми. Конфликты решаются в ее пользу, а беды обходят стороной. Даже если Татьяна сталкивается с неприятностями, они лишь закаляют ее и делают сильнее. Александра. Женщины с именем Александра обладают бойким и сильным характером. Они стойко переносят любые трудности. При возникновении проблемы Саша никогда не сдается и не опускает руки. Благодаря этому она может достигнуть успеха, которое упустят люди с более слабым характером. Она знает, что счастье достается тем, кто готов за него бороться. Маргарита. Главный дар Маргариты – умение очаровывать других и привлекать хороших людей в свою жизнь. Ее позитивное мышление и заботливый характер помогают создать крепкие дружественные связи. И даже если по жизни Маргарите в чем-то не везет, она всегда знает, что не останется без поддержки семьи и друзей.